классический вариант проработки косы. Как раз то, что нам нужно для вложения корпуса. Но это когда тоненькая резина, делаем в одну, в другую сторону на максимальное количество раз. Таким образом, легкой резиной у нас идет выносливость. Если же есть максимально жесткая резина, цепляем ее, просовываем руку аж за локоть, создаем натяжение и делаем то же самое. Таким образом мы изолируем руки, у нас вся нагрузка идет на корпус, мы можем чисто корпус проработать полностью косые. И здесь, если хотите, можно подкидывать локоток, отрабатывая боковой. Работаем как в одну, так и в другую сторону. Сделали и прочувствуйте, как плечо само выкидывает, работают именно косые.